Общегородская ярмарка вакансий для инвалидов. Ее накануне открыли в профессионально-реабилитационном центре Василеостровского района. За 4 часа работы за помощью обратилось более 1000 человек. В прошлом году на создание и доступ к рабочим местам инвалидов выделили 900 миллионов бюджетных рублей. Этих денег хватило на профобучение 306 и трудоустройство более 1000 человек. Статистика службы занятости такова. Работу ищут 4000 инвалидов. Найти ее можно максимум за 3 месяца. У нас существуют специалисты-психологи, да, специалисты, которые помогают человеку, так сказать, адаптироваться на рынке труда. Да, то есть есть специальная услуга такая по социальной адаптации. Психологи проводят необходимые тренинги, возможно, если это необходимо, да, человеку, собеседования, семинары, ролевые игры, да, чтобы человеку легче было ему адаптироваться в поиске работы. На быстрый поиск работы сегодня влияет и широкий спектр специальностей для инвалидов. Это не только привычные делопроизводитель, вышивальщик и фасовщик, но также программист, операционист, метродотель. В банке вакансий есть даже огранщик алмазов, бриллианты. Сегодня в Петербурге проживают свыше 650 тысяч инвалидов. 42 тысячи рекомендованы к трудоустройству, но работу ищут, по словам специалистов, не все. Многие по-прежнему предпочитают ограничиваться субсидиями от государства.